космическая тема, неведомая планета. Нарисуем сегодня космос. Вот такой сочный, красочный. Рисуем в изо-студии с детьми. Краски у нас гуашь, бумага А3 и вот такая загадочная планета с такими горами, планетами и каким-то объектом. Бумага, гуашь. Вначале делаем фон. Рисуем светло-желтый цвет. Наносим на бумагу в центре. И потом делаем растяжку кверху. Кверху растяжку от изумрудного к голубому, к фиолетовому. И вот так вот щетиной распространяем краску по бумаге. Ну, добавили еще черных пятен, так, для загадочности, для контраста. Ну, а теперь берег у нас, цвет охры, бережок на какой-то планете неизведанной, можно придумать название этой планеты, из которой видно крупно другие планеты. Вот, мы нарисуем кружочек, шарик, белым цветом закрасим, мы к ней еще вернемся, краска подсохнет, и мы еще повторим белый цвет, а потом еще желтоватый. Ну а пока нарисуем еще планету белую и наметим солнышко. Ну еще и горы. Горы, светло-фиолетовый цвет. Очень красивый такой. Есть в гуаше. Он немножко карминовый цвет напоминает. Можно кармин смешать с синим. Как раз получится такой цвет. И вот горы, какие-то возвышенности на этой планете есть, вот такие интересные по цвету. Немножко краешек добавим фиолетовых оттенков и нарисуем еще гору с другой стороны. Но краска у нас там еще не подсохла, потом мы нарисуем отражение. Отражение у нас озеро. Еще раз светлые части горы мы высветлим и немножко на воде также добавим светлых пятен.
еще прокрашиваем планету от охры к белым, такие полоски, она как бы в движении у нас будет планета, добавлять динамику, эти полосочки. Ну и вторая возвышенность, она уже потемнее по цвету, темно-фиолетовое отражение на воде. Так, наша космическая тема строится, рисуется отражение от планеты, от маленькой планеты тоже отражение. Ну и солнышко. У меня щетина, и щетина как раз хорошо сухой кисточкой. Возьмем белый цвет и вот так сухо делаем линии, и они очень плавно у нас освещают нашу планету. Нарисовали кольцо на планете, немножко ее синюю сделали, выделили светлее, и там еще темных полосочек добавим. Ну и хочется добавить такой неопознанный объект, может объект опознанный, но такой какой-то тарелка летающая, она может плывущая на воде, может она приземляющая, немножко наискосок, можно любой формы нарисовать, какой вам захочется. Вот в данный момент такая вот тарелочка христового цвета с ножками, с окошечками. Цвет, тень мы прокладываем.
Ну и смотрим, как у нас получилось. Смотрим, как дети нарисовали. Вот так у нас красиво, сочно, красочно. Кто-то по-своему решает космос. А мы вот так. Рисуйте с нами, и у вас все получится.